Ребят, здесь железо встречается. Железо я выбрасываю туда вон, но такая вот железочка еще появилась. Вот сверху, знаете, вот сверху выкопал, думал, кусок железа. Но когда перевернул, появилась вот такая замочная скважина. Стало любопытно, что это такое. И потер. Здесь информация. Надпись. Сберегательные книжки. Сберегательные книжки. Вот нижняя надпись большая. Смотрите. Сберегательные книжки. А чуть выше что-то не каждую свободную копейку. Во. Почищу. Почитаю, что это такое. Вещь интересная, забавная. Если что-то найду, информацию по ней, я вам тоже приложу, потому что вещь очень интересная. Какой-то замок, может, сберегательная какая-то. Ну, не знаю, что это такое. Сундук, ларец, замок. Не знаю, видите, да? Скважина от ключа. Любопытно. Любопытно. Фундамент я свой потихоньку прикопал. В этой стороне находок вообще не было. Пацаны попытались там поковырять. Тоже ничего не было. Вот. И я долго на таких фундаментах не задерживаюсь. Так что ладно. Приятная вещица. Узнаем вместе с вами, что это такое. А если вы знаете, то пишите в комментарии. Будет проще подтвердить свою информацию. Ладно, идем на другой фундамент, где пацаны ночью шурфили. А в руки мне попал очень интересный предмет. Жаль, что с утратами. А данная вещь – это боковая крышка от агитационной копилки Советского Союза. Вещь интересная и достойная отдельного видео, которое скоро вам предоставлю. Согласно рекламному плакату, это копилка с 1927 года. Так что ждите, скоро это видео выйдет в нашей старой рубрике «Находка с историей».